Верховная прокуратура Китая в 2014 году раскрыла свыше 3000 коррупционных дел с участием более 4000 должностных лиц. Все они подозреваются в коррупции, присвоении государственных средств и совершении должностных преступлений. В их числе особо серьезные дела в отношении бывшего министра общественной безопасности Чжоу Юнкана и бывшего заместителя председателя Центрального военного совета Сюй Цайхоу. Напомню, крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с 2012 года с приходом власти председателя КНР Си Цзиньпиня.